Народ, привет! Ну что, снова мы едим кунафу. Ну вот понравилось она. Теперь с друзьями приехали. Это такой лучший ресторан в Ильяне. Как он? Набулти называется? Вот. Куардер Эль Набулти. Вот, смотрите, снова варианты кунафы. Ну, сказочка просто. Сейчас покажу вам. Давайте я вообще перевешусь. Сейчас молитва идет. Ну, проехали без пробок. Пятница сегодня, чудесненько. Так, это что-то Наташа нам сказала? Это крем? С кремом. Попробуем? Не знаю, я хочу попробовать, но по крайней мере это. О, уже симпатично. Наташа. Привет. Наташа сегодня накрасила глаза такой штучкой. Мы вам расскажем, ставочку сделаем. Еще Наташа глаза накрасила. Привет всем. Ловлю Наташу. Смотрите, что Наташа делает. Я под камерами. Меня успокаивает. Щелкает такую штучку. И она успокаивает, потом думаю, не, меня не успокаивает. А покажи, что ты взяла. Посмотрите, какую мелоду Наташа взяла сегодня. Это просто классно. Ну вот иди чуть-чуть от света. О, чтобы света не было. Боже, какой диснеевский мультик. А знаете, что это? Покажи, Наташа. Это тени, да? Это тени. Я не знаю, нафиг Наташе это надо. Цвета прикольные. Но мне так нравится. А посмотри, какое зеркало. Вау. Как прям в сказке. Свет мой зеркальце, скажи. Ну да, я на виду. Я а тут эта пленка, поэтому оно не... О, такой кайфик такой. Пока не буду снимать. Траблмейкер мне нравится. А еще я хочу кисточку. Но мне тоже нафиг не надо. Ну вот она просто красивая. А кисточка почем? По-моему, 11 дирхам. Тут король лев, кстати, 11 дирхам. Вот это вот красивейшая штучка, 42 дирхама. Так вот, все. Вот. Все эти цвета. Кстати, очень много все продается фиолетовый. По диснеевским мультикам. Я обожаю прикольно. Фиолетовый. А мне все пофиг. Так что у нас сегодня шопинг. Вообще-то нам нужен удлинитель. Да, удлинитель. Ну вот они здесь. Вот мы уже и нашли искомое. Так, ну вот смотрите. Вот смотрите, сколько всего. Сколько всего. Конечно же, портреты шейхов. Давай покажем всякие штучки-дрючки, которые здесь есть. Вкусняшки. Вот и цены есть. Уже было у нас видео про кунафу совсем недавно. Прошу прощения, если вам может скучно, но я думаю, видео про еду и сладости всегда заходят хорошо. Ну вот, давайте, ладно, скажу. Эти вот где-то примерно по 10 долларов. Вот такие вот. То есть, вот так отблескивают вам. Вкуснотень такая по 10 долларов. Это, ого, аж 213 дирхам стоит. А вот по 100 дирхам где-то 27 долларов. Всякие вкусные штучки, мамульчики. А тут в середине очень вкусный финиковый, такая финиковая начинка. Ни крем, ни джем. Такая густая, вкусная. Рекомендую. Вот они, мамульчики. Тоже где-то. Вот в целом 10 долларов стоит. Вот такой ресторанчик. Вот так, не буду все снимать. Наши друзья не хотят попадать на ютубное видео. Жалко. А вот и сиропчик. Сиропчик, вкусно поливается кунафа, ну добавляется калории при этом. Ну вот он я, привет. Школы, студенты уже уходят, мы уже близко к отпуску, заехали просто отметить и покушать вкусную кунафу. Сейчас я вам пирожные покажу. Ну вот и пирожные. Не знаю, почем они. Если узнаем, скажем. Кстати, вот вкусное заварное пирожное. Это всякие такие халаветки. Я даже не знаю, честно, что это. Девчонки, а что это такое? Просто я рассказываю. Нет, это арабская. Арабская какая-то как халва? Ну не халва, это печенье такое. Ну, это такое печенье. 21 дирхам, ну приличие стоит. А, которая тает во рту. Я пробовала, да, вкусненько. Вот, дальше пирожки покажем. Ну разные есть, разные. И тортики. Тортики, всякие желешки и такие белые штучки. Тоже вкусные, сладкие. Вот 10 дирхам, это даже 3 доллара. Ну, сейчас сниму. Давайте. Вот так, ловко. Какой красивый фонарик. Напоминает Римол Мол. Кстати, да, помните грустный Мол? Да, это тоже давай пробуем. Так, а что я буду? Все себе берут? А мы взяли 4 вот эти. О, все. Каждому по вот эти. 4 по этому кусочку. Давай еще эту возьмем штучку. А можно поменьше? Смолость. Давай сейчас, чтобы эту... А, вот эту с кремом хотим попробовать. Одну возьмем. Вы хотите эту? Мы попробуем на всех. Вот этого будет достаточно. Ну-ка. Замечательно. Окей. Да, все, супер. Вот это да. Там никого уже нет? Можно снять? Территорию. Все, идемте посмотрим кафешку. Тут просто сидела семья арабская местная. Не любят они попадать в
объектив. Ну, красиво. Вот фонтанчик, который, видимо, должен функционировать. Вот закрытые территории. Тут на семью прикольно сел. Никто тебя не видит, не слышит, кушаешь спокойно. Ну, приятненько. Небольшое заведение, но вот наши друзья, которые живут здесь много больше, чем мы, говорят, что это самое вкусное кунафа здесь. Ну, вот туалет. В египетском стиле, да? Ага. Все, туалет, все есть. Ну, вот маленькое заведение, но очень прикольное. Ну, сейчас выберем столик, покушаем. Надеюсь, у вас тоже есть что покушать. Какой-то чаек, кофеек, печенюшки, вкуснюшки. В общем, сейчас еще раз включимся. Вот нам уже приносят. Наташа, бесконечно можно смотреть, как нам девочка ставит кунафу, да? Вот такой у нас этот. Вот такой у нас просто огромная порция. А я не знаю. Она будет вода. Токсиков будет? Воду будет, все. Middle sugar, да? Ну, кофе, как обычно, medium sugar турецкий надо пить. Так он очень крепкий. Ну, сейчас посмотрим, как Наташа будет кушать вкусную кунафу, да? Помню, как она называется. Это не волосяночка, это кунафа. Пожалуйста, называйте вещи своими именами. А это разве макароны? Я читала, знаешь, что это берут, как его, тесто? Вот это тесто, да. Ну, как-то меленько-меленько режут. Да, я не знаю, тесто, как это можно вручную это порезать. Это невозможно. Вот, поэта. Так, ты что делаешь? Ты что делаешь? Я тебя отклоняю, чтобы люди, ну, не хотят сниматься, но я поэтому, да. Ты пробуешь, и чтобы не попал никто в кадр. Ну, давай. Тадан-тадан, волшебный момент, он сыр должен тянуться. Это самое вкусное. О-о-о. И просто скажи еще, сравни с кунафой фирас, где мы были в прошлый раз, прям в ритме. Это вкуснее. Это вкуснее. 100%. Рекомендуем. А надо еще озвучить, сколько порция стоит. Понятно. Мы не знаем. А мы потом спросим. Ну, мы припишем потом. Все приз будет. 17. 17, да, там 16 стоит. Ну, здесь, мне кажется, порция чуть-чуть больше, раньше нет? Раньше была, сколько, 13.50. Ого. Ну, цены же повышаются. Вот такой сырочек сверху. Оно реально вкуснее. Вкуснее, да? Да. В общем, волшебство. Насчет розмера, я не знаю, мне кажется, даже немножко больше. Вот. Да, на больше, я уже сказала, на больше. Стоит всего на дирхам. Чего? 250 грамм. 250 грамм порция. То есть у нас здесь килограммчик. Да. У него глаза нет. Килограммчик в тарелке. Ну все, с вашего позволения тоже поем. Как принесут Наташин крем, Наташа снова покушаешь, да? Ну, закрой глаза, закрой. Вот такие, ну, тени реально прикольные. Пальцы вот так. И все, и не мучаешься. Мы сейчас спросим. А вот is name? Шабиат. Шабиат. Магишто или маджи? Азиз? Магишто. Кешта. Так, а по-русски? Крем. Крем. Сколько крем? Да крем. Кунафа. А, просто кунафа крем? Чиз. Наташ, давай все попробуешь по чуть-чуть. Ты говоришь, что мы там. Так, подожди, а мы этого отрезали? Я заказала крем. А кто не ест? Я не ем. Я могу есть. Чтобы вы понимали, все прям сказали не едим, так что Наташа будет есть этот крем. А смотри, а еще дали сироп, да? Это же сироп. Да, еще да, сироп. То есть они его полили сверху. Вот, а теперь я это еще сиропа, да? Ну, так попробуешь вот это вот. Ой, он горячий прям. Он горячий, да? Ну давай тогда поешь кунафу, тогда потом включишься. Не, горячий сироп. Я хочу вот это вот сейчас отделить и попробовать шоуться. О, на выгляд оно вообще просто потрясающее. Ну это тоже кешта внутри. Это как кунафа с чем? С кремом? Это не кунафа. Это не кунафа. А как она называется еще раз? Если где-то люди будут спрашивать, как она называется. Это шабиат. Это шабиат. Шабиат, да. Ага, а вот это вот? Это я не знаю. Это наподобие кунафы, но это не кунафа. А вот это тоже непонятно. А вот это не знаю, это крем. Это маленькая волохатая кунафка. Крем, а тесто как на как на хариса. А знаешь, харис это каша? Это харис? Не, харис каша. В общем, друзья мои, кто познал сладости, вы напишите тоже. Видите, столько сладостей, что мы и имя не знаем. Вот это какое-то, знаешь, как будто бы кокос ешь, но это не вкус кокоса. То есть вот на зубах, а нет, кокос есть там, я вижу немножко. И что-то вот, ой, вкусная вот эта штука. Ты ее сняла на видео, как оно на подносе? Это здорово. Ну, я показывала, да, когда мы вышли. О, вот здесь вот наш кофеек.
И это будет, надеюсь, супер окончание года. Студенты, спасибо, что вы ушли. Я вас не прибила в последний день. Какая подача красивая. А у нас медиум шугар, да, мы заказали. Наташа, ты без сахара заказала? А вот здесь ней. This is lasagna. Лазанья? Лазанья? Лазанья сам с интересом. Нудлс и Италии. Такая девочка весело говорит лазанья. Короче, сладкая лазанья, народ. Okay. Ну, ладно, окей. Okay. Лазанья так лазанья. Смотрите, как просто она тянется. But mostly the calling Arabic people is basbousa with kista. Basbousa with кешта. Basbousa with кешта. Basbousa это вкусненькая такая штучка. Называется basbousa. Anything else, madam? No. Thank you. Покажи, как сыр тянется. Да, я же показываю. Наташа, давай, давай, надо показывать, как сыр тянется. Я надеюсь, там нашим телезрителям тоже приятно и все видно. Как у нас сыр тянется, слушай, и желаем вам тоже попробовать. Получается ложечка. Ну это хорошо, что ложка пластиком кушается, потому что сломается сложно. Ну да, пластиком сложно такое есть. Тяни потихоньку. Я уже тянулась, а потому что ты не взяла сыр. Все вместе не взяла. Да, это она. Так, ну я тоже бы хотела очень покушать. Так, а сейчас давай. Покажем, что... Не надо. Давайте, надо у меня забирать, все хорошо, мы сейчас покушаем. Я тебе не потом забираю. Показываем, что останется в тарелочке. Ой, смотри, какая сейчас... Я сам очень моих друзей. Балы? Так что, берем тарелочку? Да, давай сейчас нальешь кофеечек. Пожелаем тоже всем вкусного турецкого кофе, крепкого, чтобы будил, чтобы все было очень вкусно. А, да, да. Я думала, ты сейчас курки просто попьешь. С кардамончиком. Эх, красота. Я вам покажу, как оно тянется. Вот смотрите, я просто как вскрыла. Вот оно. Вот оно, какой сырок вкусный. Вот. Вкуснотень, честно. Ну что, пока мы доедаем кунафу, действительно вкусно. Я ее попробовала. Нам рассказали историю кунафы. Это... истинно палестинское блюдо. Ну, не знаю, кто там будет спорить в комментах. Ну, это ваша история. И впервые вот ее открыли в городе Наблус. Поэтому кафешка называется тоже Наблус. То есть вот такая история про кунафу. Сейчас покажу вам снова. Вот. Наблус, Наблуси. А кунафа просто великолепная, вкусная. Да, лучшая из того, что мы ели за 8 лет в Эмиратах. А, ну я 8 лет в Эмиратах. Эту штучку я тоже попробовала. Она мне напомнила яблочный пирог с корицей. Ну, очень вкусно. Сильно классно, очень вкусно, все просто волшебно, интересно. Ну, что сказать, будете в Эмиратах, будете вот, ну, конечно, там большинство туристов в Дубае приезжают, конечно, кунафу стоит попробовать. Что там, кунафу, шаурму, остальные арабские блюда, попробуйте обязательно, не пожалеете. Очень вкусно, классно, ну, турецкий кофе еще закажете, просто сказка. Просто очень желаем, чтобы это все попробовали. Спасибо, кстати, за лайки и комменты. Очень ждем, всегда ждем. Ну, девчонки спорят про эту кунафу. Не-не-не, я не про эту. Вот у нас вот... Не про эту, да? Не-не-не, вот в этом у нас разногласий нет. Вот в этой, типа кунафа, но это не кунафа никакая. Thank you. Вот. Счет принесли сейчас. И она какая-то никакая. А. Я плачу. Она не, мы платим. Кто снимает контент, тот и платит. А вот это вкусное. Это вкусно, это не очень. Это вот попробуй еще, пожалуйста. Шуабьят, оно должно быть просто потрясающе. Шабьят. Шу или как? Шабьят. 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 А я думал, абьят, типа белая. Шабьят. Так, ну что-то надо разделить это. Я чувствую, мою кунафу мы домой завернем еще. Я думаю, что да. Слушай, ну вкусно, но сегодня очень большая порция. Вон там. Вот молодой человек сидел, ел, вот сильный молодой человек, и вот не доел не все доел. Равно. Нет, а порт... мама молодой человек, уже заканчивает. Мама молодец. Мама есть мама. Давай, Наташ, и покажи в камеру, что... Ой, хрустит, как слышу. Покажи в камеру, что это. Наверное, вкусно, да? Я люблю, что тут... Ну, это сыр или что это? Сыр? Кешта. Что такое кешта? Крем. А что он делает? Молочные всякие добавки. А. Он не сладкий, он как будто бы даже да, немного пресный, да. Вы видели, я вам покажу, в Карфуре баночки специальные, Nestle, это называется... А, да, мы видели такие, не да, сладкие баночки. Да? Я еще часто их со сгущенкой путаю, да, вот это вот, да? Ну, вот это со сгущенкой, да. Вот этот вот треугольничек мне очень нравится, класс. Вкусно, короче, да? Итого мне понравилась кунафа. Кунафа, потом вот это вот лазанья, ну и это, в принципе, любимая сладость. Любимая, да? Ну, да, я люблю. Даже не кунафа?
У меня кунафа все-таки любимая сладость. И шарики лукомат. Мы их показывали в нашем видео, когда мы еду онлайн заказали. Шарики как семечки. Ну, в общем, ты довольна, что мы на эту кунафу заскочили? Конечно. Мы довольны, что мы увиделись с нашими друзьями, а вот просто... Давно мы это собирались, да? Да, давно собирались целый год, и наконец-то вот мы... Главное, как это, финиш. В жизни главное не финиш, а участие. Вот. Процесс, результат. Ну что, друзья, вкусно покушали, вот не доели мы. Нет, что остались, доели. И мы с собой забираем. Да. На завтрак можно покушать. А на обед уже не нужно, уже в жирок уйдет. Я уже наелась просто. Так что очень классно, очень хотя вкусно. Хотя я готовилась, я очень готовилась. Кофе не пила, ела очень мало. Вот, ждала момента и все. Ну да, я тоже как-то. Вот Даша нормально еще подготовилась, я вообще как-то не ахти. Ну. Так что вот такое видео сегодня. Ну, вам, наверное, видео про еду нравится. Все любят видео про еду, надеюсь, вам видео понравилось. Так что ждем ваших лайков, комментов. Всем спасибо, всем вкусности, всем пока. Вот так можно есть сладкое? Ну, вот счетик. Кунафа по 20 была. Какие-то вот эти вот кабин по 34, туркиш кофе 30, вода 2, короче, за все 120 дирхамчиков.